Специальная республиканская комиссия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в начале мая текущего года приняла решение о смягчении карантинных мер. В связи с этим ответственные сотрудники ГУВД города Ташкента сегодня проводят ряд мероприятий по районам столицы с тем, чтобы убедиться, не нарушают ли предприниматели требований санитарных норм в период карантина. Свой маршрут мы начали с посещения одного из магазинов по продаже одежды и обуви в Махалле Чинор Мирабадского района. Было видно, что работники магазина четко выполняют все требования санитарии. У входа в магазин нас встретил работник торговой точки с антисептиком и прибором для измерения температуры. В ходе нашего мероприятия мы побывали в одном из продуктовых магазинов Юнусабадского района. Там мы увидели, как администрация магазина также четко контролирует выполнение всех необходимых правил в период карантина. Как видите, посетители соблюдают социальную дистанцию, а у входа в магазин измеряют температуру и пользуются антисептиками. Мы карантин ходили, холдинг кинч, рояк хомзе, ходили нам перчатки, кимы хал, чума хал, амештат турамзе, холдинг ж рояк турамзе, лахоз хамасе яхши бизде. Отметим, что за последние несколько дней при проведении таких мероприятий в торговых точках города мы все больше становились очевидцами выполнения требований норм санитарии. Однако встречается и обратное. Например, за время нашего маршрута в Учтепинском районе столицы мы заметили, что стилист салона красоты работает без надлежащего халата. У вас этого не было? Ну, нас с этим никто не ознакомлен. Как не ознакомлен? А где у нас положение? Да. Я не знаю. В отношении работника салона красоты Натальи был составлен соответствующий протокол согласно статье 54 «Нарушение борьбы с эпидемиями» Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.